Потому что мы очень ждем этого от Вики Листуновой, которая сейчас будет уже, вот она уже выступать у нас во всей своей красе. Вот это элементы, конечно, показывает максимально сложные в женской гимнастике. Листунова. Эмин, подожди, где там это Даниил Маринов? Жди оценки от Листуновой. Шикарно, молодец. Постановку делала вольных упражнений Раиса Ганина. Тренер Петровичева Ольга, москвичка. Ну, золото. Просто, нет, золото конкретно здесь, это понятно. Догнать ее, извините, никто не сможет уже. При всем уважении ко всем следующим гимнасткам финала. Ну как она начала, конечно, это просто невероятно. Два с двумя в полукруговке, да, это элемент. Дальше потом вот эти два сальва, согнувшись с поворотом. Вот сейчас можно разбирать как угодно. Ну, именно мне так хорошо, что ты тоже терпел, молчал, потому что невозможно. Хочется на вольных упражнениях снимать всю картину. Как у нее сочетается движение акробатики или вот эта озорная часть. Помнишь, она пошла, и зал зашевелился, сразу с ней в такт стало ритмично. Там вот момент был, мне показалось, вот поворот какой-то она сделала сначала. И вот иллюзион вредина. У нее так раз. Дай, дождись оценки. Ну, нет, я жду с удовольствием. Была ошибка, но не такая смертельная. Нет, у нее огромная же базовая стоимость, конечно, программы хорошая. Да. Дай понаслаждаться, Мин, вот так вот. Уже понравилось всем и вся, да, всем и вся. С удовольствием. 14550 была оценка в квалификации. Здесь, как думаете, больше может быть? Больше. Мне кажется, тоже, да. Мне кажется, чуть-чуть побольше будет. И мы уже ждем сейчас второй четверки. 14-7. 14-7. Это пока, естественно, лидирующая позиция. Беру. Давайте сейчас небольшой